На моем личном канале, который находится по ссылке в описании, очень много разных шоу и роликов, которые обязательно заставят вас задуматься. Так что буду рад вас видеть. А если понравится, обязательно подпишитесь по ссылке в описании. Спасибо большое. Ну, думаю, это все. Да, я тоже так думаю. Сейчас я уйду. Переломлю себя и уйду. Навсегда. Так расставание и работает. Да. Думаю, нам. Почему я по камерам вижу, что ты все еще здесь? А, да я просто такси жду. У тебя машина есть. Еще я на самом деле не сказал, но я забыл зарядку. Ты мне так на вопросы не ответил. Помнишь, я зарядку одолжил вместе с 8 назад? И ты хочешь зарядку обратно? Да, я хочу мою зарядку обратно. Ты не против, я зайду зарядку заберу. Я сама найду и отдам тебе ее. Да все нормально, это же моя зарядка. Это же моя зарядка, да? Окей, не смотри на мои губы, это странно. А, вот она. Нашел. Можно я свой телефон заряжу? Нет, нельзя. Нет, забирай и уходи. Ну ладно. Да. Моя зарядка. Да, это твоя зарядка. Да. Окей, пока. Аманда. Ну что мы тут делаем? Ты прячешь мою зарядку, чтобы я вернулся. Когда... Ты просто можешь попросить меня. Что? Эй, а помнишь ту бутылку воды, которую я пью с самого утра? Ты сейчас серьезно? Да, я просто понял, что... Я забыл крышку от нее. А что, что ты не можешь пить без крышки? Ну, там еще осталась вода, и не хотелось бы ее выкидывать, знаешь ли. Ну ладно, я пойду поищу ее. Не-не-не, все хорошо. Это моя крышка. Я найду свою крышку. Просто дай я внутрь пройду. Ладно. Так, не смотри мне в глаза, я не хочу иметь никакой зрительный контакт. Это странно. Так, где она? Где же она может быть? На аквариуме. Она на аквариуме. Она тут? Да. Оу. Так, это она? Мне кажется, это не она. Я поищу тут еще вокруг. Уходи. Эй, о, это странно. Вспоминай, еще что-нибудь забыл? О, Джерри, я забыл попрощаться с Джерри. Моим папой? Нет, рыбкой. Джереми. А, Джереми, да, 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 его зовут Джереми. Дай нам буквально момент, хорошо? Я должен это сделать. Джереми, я просто хочу, чтобы ты знал. Я ухожу. Но дело не в тебе, знаю. Это Дженнифер. О, я просто хочу, чтобы ты знал. Так, уходи. Хорошо, ты забрал бутылку, попрощался с рыбой, это все. Я буду скучать по Джерри. Джереми. 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 Я буду скучать по Джереми. Окей, я поняла. Увидимся. Аманда, ну что мы тут делаем? Ты украла мою крышку от бутылки и спрятала ее где-то в доме. Посмотри на... Боже мой, что происходит? Прозвучит безумно, но когда я прощался с Джереми... Джереми, рыбку зовут Джереми. Я потерял штаны перед тем, как уйти. Чё? Да, я знаю, звучит странно, это крысь теряша. Ты как это сделал? Понятия не имею. Я просто пойду их найду. Нет, стой здесь, не приближайся ко мне. Просто стой. Видимо, их тоже обронил. Серьезно? Аманда, ну что мы тут делаем? Мы дарим друг другу цветы. Но разве... Окей, так нет, меняемся, да, меняемся. Да. Ты внутри дома, я снаружи. Давай. Прости, на секунду забыл, что я там уже не живу. Окей, что ж, у меня есть штаны, крышка от бутылки, зарядка, я попрощался с Джерри. Джереми. Джереми. Пока. Все это время ты что-то забывал, но я ждала, что ты скажешь, что ты забыл меня. Я хотела, чтобы ты забыл меня, Анвар. На самом деле, я не очень хочу. Что? Да, ты играл со мной в эту игру, типа, я что-то забыл, и мне нужно за этим вернуться. Ну, а теперь я все забрал, и мне пора. У, мое такси приехало. Ты не хочешь еще пса, может быть, ты еще что-то забыл? Оставь себе. Стой. Анвар, Джереми нужен отец. Спасибо большое за просмотр и обязательно оставьте какой-нибудь комментарий. Это очень помогает нашему каналу. Например, какую-нибудь историю или типа того. А перевел и озвучил Виски. Ага.